Вакцинация от новой коронавирусной инфекции, а также вопросы, связанные с ней, являются предметом пристального внимания жителей Ленинского городского округа. В зале районного историко-культурного центра прошла встреча врачей Видновской районной клинической больницы с членами Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов. Главная цель мероприятия – максимально подробно рассказать людям с ограниченными возможностями здоровья о вакцине и противопоказаниях, которые могут быть у этой категории граждан. Встреча прошла в режиме круглого стола. Я обратилась к главврачу нашей Видновской больницы Бутаю Гайдаровичу Бутаеву с просьбой организовать круглый стол по вопросам вакцинации от ковид. Потому что люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди особой категории. На вопросы присутствующих ответили заместитель главного врача ВРКБ по поликлинической части Елена Зинатулина и заведующий вторым терапевтическим отделением ВРКБ Роза Евлоева. Главные темы, которые интересовали людей, имеющих инвалидность, это безопасность вакцины и ее эффективность. Врачи заверили, что людям с ограниченными возможностями здоровья делать прививку не только можно, но и нужно. И для этого созданы все условия. Для этой категории, маломобильной категории граждан, чтобы не заразиться там в условиях поликлиники, мы создали другие, либо дополнительные пункты вакцинации, это МФЦ или кинотеатр «Искра», где все-таки не такая проходимость, да, больных с острыми респираторными вирусными инфекциями, с той же коронавирусной инфекцией, а либо проведение на дому. Для этого мы собираем списочки и готовы выехать к ним на дом и привить эту категорию, чтобы они не боялись на дому от этой инфекции. Также медики отмечают, что никаких дополнительных исследований проходить не нужно, но перед процедурой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.